Большой привет передаю с Ивангорода, с рубежа Шенгеном, с натовскими войсками нашим, которые находятся в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях. ЗБ! С места, где начинала свой путь Красная Армия. Мы находимся на том месте, где 15 лет назад открывалась вот эта вот мемориальная доска. То есть в боях под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года прошли первые бои с Кайзеровской Германией. И это считается рождением Красной Армии, потом Советской Армии, теперь Российской Армии. Поэтому мне хочется поздравить всех мужчин, всех служивших с этим знаменательным днем, со 105-й годовщиной Красной Армии. Вы наши защитники, а мы ваш тыл. Здоровья вам, успехов во всем и, самое главное, счастья.